Австралийская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в предоставлении боевикам ТГИЛ консультаций по разработке ракет. Как сообщил премьер-министр страны Малком Тернбулл, 42-летнего мужчину задержали в городе Янг в Новом Южном Уэльсе. Также политик отметил, что сейчас общественной безопасности ничего не угрожает, поскольку у властей нет подозрений, что группировка планирует нападение на территории страны. По данным следствия, арестованные прорабатывал для боевиков возможность создания ракет дальнего действия, а переговоры с террористами вел через интернет. При этом, как отметили в полиции, у подозреваемого не было прямого опыта работы с ракетами или лазерными технологиями. Уже сегодня арестованный предстанет перед судом. Арестованный мужчина – гражданин Австралии. Он давал консультации террористам по созданию собственных ракет. Также разрабатывал лазерное устройство, которое бы позволило боевикам заранее узнавать об атаках коалиции стран во главе с США.